братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с величайшим событием – Рождеством Христовым. Ежегодно мы, все, кто приходим в храмы, не только вспоминаем это величайшее событие, но и переживаем, становимся соучастниками этого величайшего события. И Церковь, повествуя нам об этом, говорит удивительными словами: «Таинство странное вижу, небо, вертеп, престол Херувимский, деву, ясли, вместилище невместимого Бога». Вот уж действительно величайшее таинство. Не может разум человеческий понять, что же произошло в то время. Один из евангелистов, Лука, апостол, повествуя об этом, говорит о том, что в то время вышло повеление кесаря Августа о необходимости совершить перепись жителей. И люди возвращались в те дома, из которых они были родом, происходили. Так поступил и Иосиф. Взял он обрученную ему Марию, деву, и последовал в Вифлеем, в город Иудин, где он и его предки проживали. И говорит, повествует евангелист Лука: настало время родить деве Марии, поскольку она была беременной. Но в то время не нашлось места в гостинице, и она вместе с Иосифом нашли единственное место, приют. Это ясли, это загон для скота в пещера, где пастухи содержали в холодное время свои стада. И в эту ночь они пасли, охраняя свои стада. И вдруг, размышляя об этом, они увидели ангела, который, повествует евангелист, предстал перед ними и сказал: «Я благовествую вам радость великую, ныне родился Спаситель Христос Господь. Идите, вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, он Спаситель мира». И в это время пастухи услышали ангельское пение: «Слава Вышней Богу, и на земле мир, в человеце благоволение». С трепетом восприняв эту весть, как только ангелы стали невидимы, они, рассуждая между собой, говорили, что бы это значило, и последовали туда, куда им указал ангел, и нашли Иосифа, Деву Марию и младенца, укутанного в пеленами и лежащего в яслях. Это величайшее событие произошло в тишине ночной. Весь город и мир почивал во сне. И в это время произошло это величайшее событие. Говоря сегодня об этом событии, мы говорим: да, тогда оно было незначимо, незаметно. Но обратите внимание, оно изменило весь ход истории человечества. Действительно, на землю пришел Спаситель мира. Святитель Иоанн Златоуст, говоря об этом событии, говорит: мы действительно празднуем величайшее событие, потому что на землю сошел сам Бог, Сын Божий. Он открыл нам, жителям земли, неба. Он избавил нас всех от лени, от болезни и от вечной смерти. Он основал Церковь на земле и даровал ей благодать Святого Духа. Он и спросил у Отца Духа Утешителя, который и по сегодняшний день, и до скончания века пребывает на земле. А песнь, которую воспевали ангелы: «Слава Вышнему Богу, и на земле мир, в человеце благоволение», нам действительно следует понимать так, как возвещали ангелы. Но могут спрашивать люди: как же так, если с пришествием в мир Спасителя продолжаются насилие на земле, войны, проливается кровь? Где же мир и благоволение Божие? Действительно, эти слова следует понимать так, как учит нас Церковь и святые подвижники благочестия. Если мы будем славить Бога, если мы будем славить не только словами, но и своей праведной жизнью, то тогда действительно на земле будет мир и благоволение Божие. И мне в этот праздничный день, в эти святые дни хочется пожелать всем вам, дорогие братья и сестры, чтобы мы прикоснулись к этой славе божественного снисхождения на землю. Для нас с вами открыта сегодня жизнь вечная в Царстве Божьем. Что может быть еще более возвышеннее и более радостного? Нам
остается совсем немного. Научиться жить по заповедям Господним, научиться любить друг другу, сострадать друг другу, помогать друг другу, носить тяготы друг друга, чтобы исполнить закон Христов. И я в эти праздничные дни желаю всем вам неоскудевающей благодатной радости. Помните об этом, радуйтесь, делитесь этой радостью с ближними и дальними. Но и подобно волхвам мы тоже должны принести Богу особые свои дары – дела добра, любви и милосердия. Мы, подобно волхвам, проделали долгий путь к этому величайшему событию, проходя через постные дни рождественского поста. И каждый из нас, осознавая свое внутреннее состояние, если было нестроение, какие-то невзгоды, проступки, прегрешения, мы постарались и спросить у Бога прощения, примириться с ближними. И мне верится и надеяться хочется, что мы все очистили себя от всякой скверной нечистоты, и теперь мы с чистым сердцем встречаем светлый праздник Рождества Христова. Хочется пожелать всем вам радости, мира и Божьего благословения. С праздником, дорогие братья и сестры!